Сделали для вас подборку видео, как жители Курской области отправлялись убивать и грабить украинцев. Тяжелое сражение за стратегически важный город Бахмут шли 224 дня. Боец из Курской области с позывным «Алькантара» находился в эпицентре событий, проявил мужество и героизм. На фронт он отправился добровольцем. Спустя 7 месяцев службы он снова на родной земле, но уже в качестве наставника для будущих героев. Сейчас тренирую людей здесь, в народной дружине, и планирую заниматься этим до конца. Я начал понимать то, что надо родину больше ценить, защищать. В числе добровольцев – мужчины, имеющие боевой опыт и государственные награды. Среди них один из работников подведомственного комитета учреждения противопожарной службы региона Максим Филиппов. Мужчины от 18 до 60 лет могут заключить контракт на 1 год, 3 года и 5 лет. Им полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Вот так, все вместе, работая как единый механизм. Куряне трудятся на благо общего дела. Кому ты пришел помогать? Военным нашим. Им-то тоже это некогда делать. Им-то нужно защищать все. Они каждую секунду под обстрелами находятся там. Он пошел защищать родину, не сомневаясь ни минуты. Военнослужащий с позывным «Дрозд» на передовой уже почти 2 года. Несмотря на все сложности, мужчина уверен в победе. А встреча с юными ребятами не просто отдушина для бойца, но и возможность рассказать подрастающему поколению правду. Вы сами прекрасно понимаете, что сейчас происходит в СМИ, как западные СМИ преподносят данную информацию о всем происходящем, то, что всю переписали историю, все как, и пытаются запудрить наше молодое подрастающее поколение, школьников, уже кто в университете, кто не касается специальной военной операции. Он не считает себя героем, но об этом за него говорят поступки. В 2019 году Алексей Шумаков пошел на срочку ВДВ. Уже тогда решил, что служба в рядах вооруженных сил не ограничится годом, и подписал контракт. В 2022-м одним из первых отправился в зону СВО. Признается, тогда страх пришлось побеждать. Страшно всегда, но страшнее всего, когда погибают мирные жители. Сейчас гуманитарку загружают в грузовик, а уже завтра она будет спасать жизни российских солдат. Курский мельник Сергей Ешин, который в октябре прошлого года отправился на передовую добровольцем, перестал вести счет своим выездом за ленточку где-то после 20-го. Но сегодня у него особый груз. В одном из наших подшефных подразделений сейчас формируются штурмовые отряды. Вот. И наш регион помог нам со средствами индивидуальной бронезащиты, помог с радиостанциями, то есть средства связи. Пока военнослужащие специального именного батальона находятся в пункте временной дислокации. Из Курской области более 40 добровольцев. Большая часть из них – водители. Проект «Помощь для военнослужащих» в рамках марафона «Мы вместе» появился почти с момента начала спецоперации. Волонтеры отшивают повязочный материал, нижнее белье и хирургические ватники. Все больше курян уходят в зону СВО, чтобы отдать долг родине. В их числе и работник Министерства культуры Владимир. В 2008 году он окончил военно-артиллерийское училище и спустя время поехал в горячую точку Грузии. Теперь снова добровольцем отправляется на защиту своей страны. Рассказали о тех ребятах, с кем я служил, которые погибли, которые были ранены. Вот, и я принял решение о том, что надо возвращаться на службу и, так сказать, помогать ребятам отстаивать интересы нашей страны. Провожать бойца на вокзал приехали родные, друзья и коллеги. К процессу подошли творчески. Непонятно, почему они сейчас огорчаются и плачут, что война пришла в их дома. Неужели они не знали, что войны всегда заканчиваются на тех территориях, откуда совершалась агрессия? Для жителей Суджанского района эвакуация стала настоящим спасением. Последние дни в родном селе Заолешенко для Екатерины Агеевой выдались тяжелыми. Спасаться от обстрелов вместе с семьей приходилось в подвале. Когда начался обстрел, ну там все бахало, я начала паниковать, я говорила своим родителям, давайте отсюда поехали, они, у меня там уже истерика. Нас отправляют в Орел. Мы едем в Орел. Оставили дом, ехали очень страшно. Что случилось? Почему все это происходит? Если говорить о, скажем,
реакции западных партнеров были опасения о том, что, например, это ограничит поддержку Украины. Сейчас мы видим абсолютно обратное заявление. Стоит ли ожидать снятия других красных линий, например, на использование американского или немецкого оружия для ударов вглубь территории России? Я думаю, что здесь не будет прямых и явных официальных каких-то заявлений и действий. Ну, первое, что уже сейчас косвенно подтверждается, часть западного оружия, не дальнобойное, не наступательное оружие, хотя некоторое оружие можно считать и наступательным, оно уже используется в военных действиях. Просто об этом не говорится. Либо, вот как это сделали в Германии, сказали, что они передают оружие Украине, после этого оно является уже оружием Украины, и Украина сама решает, как его использовать. Ограничения действуют по дальнобойному оружию, по использованию дальнобойных ракет, и это касается в первую очередь американского оружия, отчасти британских и французских дальнобойных ракет. Вот здесь пока еще ограничения действуют, но есть уже некоторые данные, что часть такого оружия уже использовалась. Так это или нет, мы не знаем, это лишь предположение, об этом больше говорят российские источники. Но я не исключаю, что в зависимости от развития ситуации некоторые ограничения могут сниматься. Ну, скорее всего, это будет сделано не публично, ну а если там уже ситуация как-то проявится и явно, ну тогда, возможно, будут соответствующие заявления. Да. Я хотел бы попросить вас прокомментировать или оценить политическую реакцию Кремля. Владимир Путин пугал Запад красными линиями, ядерным апокалипсисом. Сейчас война идет уже на российской территории. Почему он не пугает Запад ядерным ударом? И где же анти-НАТО, которое создавала Россия, то есть ОДКБ? Нет, ну что касается ОДКБ, понятно, что никакого толку от ОДКБ в войне против Украины не будет. Это было понятно еще в первые недели войны. Большинство стран, членов ОДКБ, ну, скажем так, заявили о своем нейтралитете. Ну, а Москва понимала, что союзники, а это все государства, которые не имеют больших армий и которые на самом деле не хотели втягиваться в этот конфликт. Даже Беларусь, самый близкий союзник России, даже она в итоге, не сразу, потому что вначале давала территорию для российских ударов по Украине, но потом, я думаю, после такой серьезной закрытой работы с Лукашенко, как со стороны Украины, так и, возможно, со стороны Запада, Лукашенко, скажем так, тоже дистанцировался от военных действий. И политически он поддерживает Путина, но территория Беларуси на данный момент, ну, не знаем, насколько долго, но не используется для прямых военных действий против Украины. И вот приведу реакцию Затулина, известного российского политика, такого антиукраинского, которого спросили по поводу ОДКБ. Он рассмеялся и сказал, ну какой толк от этого ОДКБ в войне против Украины? Мол, вот самая сильная армия в ОДКБ – это Россия. А чем может помочь там Казахстан там, или Армения? Поэтому ОДКБ в данном случае лишний раз показывает свою бесполезность, в том числе для России. Это только политический такой, скажем так, конструкт, который используется для демонстрации контроля над постсоветским пространством и над российскими союзниками, не более того. А вот что касается реакции Путина, это более серьезная вещь. Реакция явно сдержанная, даже очень сдержанная. Некоторых это даже удивило. Путина же призывали объявить войну Украине. Это был очень такой распространенный призыв в социальных сетях и в телеграм-каналах российских. Но Путин назвал это масштабными провокациями со стороны Украины. Не более того. Скорее всего, вот тут есть реакция не только на Запад, но и на внутрироссийскую ситуацию. Путин не хочет повышать градус войны и статус этой войны. Он хочет, чтобы она оставалась СВО. Ограниченной военной операции. Он, видимо, опасается, что если это будет названо официальной войной, это может негативно повлиять на общественное настроение в России. Потому что СВО касается только тех, кто воюет, а война касается всех.
И может быть всплеск социального, политического напряжения. А Путин хочет сохранять ситуацию под контролем. Нужно расколошматить все к чертовой матери. Я имею в виду инфраструктуру дорог железнодорожных, путей сообщений, инфраструктуру мостов. Это ключевая сегодня наша задача. Не заканчивается этим. Но будет чуть-чуть Русские попозже. В атаку идут. Русские в атаку идут и побеждают. Русские идут домой!